знаю тебя, но чувствую, что ты из нас. Кто ты? Последний соловей страж боюсь. Я один защищаю гробницу уже очень-очень давно. Кажется, целую вечность. Нас предал один из нашего ордена. На самом деле в том, что тут произошло, виноват я. Я был ослеплен. Ослеплен темным коварством под маской дружбы. Возможно, если бы я был более бдителен, Мерсер Фрей не заманил бы меня на погибель и не украл бы скелетный ключ. Я этого имени много лет не слышал. Что ты обо мне знаешь? Ключ! У тебя скелетный ключ! Вот уж не думал снова его увидеть. А Мерсер Фрей? Значит, все кончено. И смерть моя была не напрасна. Я в долгу перед тобой, Соловей. Это очень благородный поступок для человека нашей, твоей профессии. Я лишь сожалею, что тебе пришлось пройти этот путь в одиночку. Карлия? Она еще жива? Я боялся, что ее постигнет та же судьба, что она падет жертвой предательства Мерсера. Ничто не доставило бы мне такой радости, как возвращение ключа. Но это невозможно. С того момента, как я прибыл сюда, я почувствовал, что... В общем, умираю. Гробница... Не просто храм или хранилище для ключа. Здесь находится Черное озеро. Врата в царство Ноктюрнал. Вечно тень. Когда Мерсер украл ключ, эти врата закрылись, ограничив нашу с ней связь. Боюсь, что да. Я слабею и чувствую, что скоро меня не станет. Что делать? Слишком много лет я не мог восстановить свои силы. Причиненный вред можно исправить, только пройдя по пути паломника к Черному озеру и вернув ключ. Черное озеро — это врата, через которые Ноктюрнал влияет на наш мир. Не через магию или благословение. Только через удачу. Да, конечно. Твое мастерство оттачиваешь только ты. Не верь никому, кто скажет тебе иное. Но Ноктюрнал влияет на нашу удачу. Мы получаем почти незаметную поддержку, когда делаем наше дело.
Thank you.
такое. Ох, сколько лет прошло с тех пор, как я ступала по вашей земле. Или, может, не лет, а секунд. Это так легко забывается. Так что ж, ключ украли в очередной раз. И очередной защитник возвращает его сюда. Теперь, когда его нерв восстановлен, ты стоишь передо мной, ожидая, когда тебя похвалят. Погладят по головке или поцелуют в щечку. Тебе не дано осознать, что твои действия были ожидаемы и являются не более чем выполнением твоего соглашения. Не думай, что я гневаюсь. В конце концов, свои обязанности ты выполняешь полностью. Но мы с тобой знаем, что ни честь, ни долг, ни верность тут и рядом не лежали. Главное, награда, приз. Не бойся, ты получишь свои побрякушки, удовлетворишь жажду богатства и могущества. И я предлагаю испить тебе из черного озера, смертное существо. Ибо именно так рождается последователь Ноктюрна. Клятва принесена. Жребий брошен, и твоя судьба ожидает тебя в царстве вечно день. Прощай. Делай так, чтобы ключ больше не крали. Хорошо? Я рада, что тебе удалось благополучно вернуть ключ на место. Ноктюрнал, похоже, довольна тобой. Я бы на твоем месте не принимала этого близко к сердцу. Она всегда такая. Думай о ней, как о суровой матери, которая постоянно подталкивает тебя на пути к успеху. Она лишь кажется сердитой. Поверь мне, если бы она была тобой недовольна, мы бы сейчас не разговаривали. Круги у основания Черного озера дают тебе силу соловья. Узкий серп луны — знак поборника тени. Полумесяц — поборника обмана. А полная луна — поборника раздора. Так Ноктюрнал поддерживает равновесие. Если тебе захочется изменить свои способности, ты можешь вернуться в гробницу и вступить в другой круг. Но помни, изменять выбор можно не чаще одного раза в день. Теперь начинается твоя новая жизнь. Жизнь соловья. Если возникнет нужда, тебя призовут в гробницу, чтобы защищать ее. Гильдия приняла меня с распростертыми объятиями. Кажется, пустота в моей жизни наконец заполнена. Надеюсь только, что это не конец истории, а ее начало. Ну, например, история величайшей серии краж в Скайриме. Карманы богачей набиты монетами. А сундуки ломятся от сокровищ. Все это так и просится в руки. Мы, конечно, соловьи, но в душе мы воры. И очень хорошие воры. Выбери свой путь, и твое странствие завершится. Что никогда тебя не увижу, что ты станешь таким, как остальные. Если бы не этот соловей, твои опасения оправдались бы. Мы ему крайне обязаны. Что ты будешь делать теперь, любовь моя? Ноктюрнал призывает меня в вечно тень. Мой контракт выполнен. Увижу ли я тебя когда-нибудь? Когда твой долг перед Ноктюрнал будет оплачен, снова будем вместе. Прощай, Гал. Смотри в оба, иди в тенях. До свидания, Карлия.
Да, Соловей, в чем дело? Если опасность снова придет сюда, нас позовут тени. Есть портал, который связывает гробницу и Соловьиный зал. Используй его, когда пожелаешь. Я решила поселиться в Соловьином зале. Это теперь и ваш дом. Так что я буду рада видеть вас с Бриньельфом. Конечно, я иногда буду наведываться в города Скайрима, чтобы приобрести нужные вещи. Нельзя же терять сноровку, верно? Прощай. Смотри в оба, и да укроют тебя тени. Уверен, мы сможем договориться. Мне так нравится иметь дела со смертными. Ничего не имею против темноты, но я уже и так столько времени проторчала в пещерах.